Жители подконтрольной Украине части Луганской области теперь смогут смотреть украинские телеканалы. Новая телевышка появилась в Бахмутовке. Ее открыл глава государства. Радиотелевизионная станция обеспечит трансляцию 11 теле и 4 радиоканалов. По словам Петра Порошенко, сигнал будет распространяться и на неподконтрольную часть Донбасса. Сьогодні ми відкриваємо цю надзвичайно важливу вежу. Вежу, яка має 134 метра, вежу, яка звідси потужні передавачі забезпечать правдивою інформацією не лише звільнену частину Луганщини, а й окуповану територію. І мешканці Луганська нарешті зможуть почути украинское радио и побачите украинское телебачение. Кроме того, президент сообщил, что во время телефонной конференции в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе с 25 августа или 1 сентября. Также глава государства будет настаивать на введении миротворцев ООН.